Друзья, привет! В этом видео я решил объединить все собранные по крупицам из интернета данные по поводу ремонта фар на Шкоду Октавия А7, по поводу ремонта их креплений. В общем, ни для кого не секрет, что продаются ремонтные уши, и, в общем-то, если у фары уши обломаны, это еще не приговор. Об этом много говорили, но нигде толком никто не сказал, какое ухо имеет какой артикул, где их, как заказывать, по каким номерам и как их, собственно, менять. Как менять, в общем-то, понятно, вполне интуитивно. То есть, вот, например, у меня фара с обломанным нижним ухом. И имеем ремонтное ухо. Смотрите видео до конца, не перематывайте. Я сейчас выложу все артикулы, всех используемых деталей. То есть, можно будет смело их заказать. Значит, эти уши устанавливаются вот на такие винтики с торксом, которые также можно отдельно докупить. Для того, чтобы поставить это ремонтное ухо, нам останется бритвой и напильником срезать остаток родного уха, вот здесь вот по это ребро, приложить его сюда и прикрутить на винты в штатные крепления. То есть вот таким вот образом оно будет стоять, когда вот эту сейчас часть я отрежу. То же самое на этой фаре я отремонтировал уже верхнее ухо. Оно было сломано, также отрезал огрызки, на винтики поставил вот это само ушко. И переднее ухо, то есть у меня здесь все уши ремонтные. То же самое, срезается оригинальное, и на винты крепится ремонтное. Дальше, важный момент, информации нигде на ютубе не нашел, опять буду первый. Иногда бывает, что, сюда вставляются вот эти эксцентриковые гайки, которыми регулируются зазоры по фаре. Важный момент, их тоже при аварии можно повредить, потерять, вылетело, улетело, где их брать? Они существуют, ремонтные в том числе, так вот они выглядят. Значит, здесь резьбы по заводу нету, резьба нарезается. Пластик мягкий, то есть просто ставим ее и вкручиваем гаечным ключом, резьба нарезается, как вот это вот хреновиной. Здесь стоит эксцентриковая гайка. Номера этих штуковин сейчас тоже выложу. И вторые ремонтные закладные, эти гаечки, которые ставятся вот сюда, таким же образом нарезается резьба под эту торкс. Вот, их номера сейчас тоже покажу. Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Оставайтесь с нами, и я покажу вам еще много интересного. Всем удачи, всем пока!